Хей, привет, мышмики, мы продолжаем бродить игру под названием «Археологический бизнес». Что нам, в принципе, с вами осталось? Нам осталось найти вот эти предметы, остался кубок и вот эти шмотки. После нам осталось купить с вами оружие, может там дальше есть, я не знаю, смотреть не буду, и биллионерскую тему. И 50 рабочих там еще нужно, если я хочу достижения. Сегодня мы попытаемся немного разблокировать вот эту тему с паролями. Поэтому давайте думать. Во-первых, мне нужно взять вот этот, как он называется, блядь. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Шифровальную машинку. Ну, конечно, я у себя ее не возьму, мне нужно взять код. Вы видели, что мне там прилетело? Молодец, он долго стреляет. Деп. Это жест используется тогда, когда у вас вышел bottle flip. Попытка выпадения этого 500 тысяч к одному. А, видите, да, вот закрыта надписи. Оно прячет, прячет, не показывает. Короче, с горем пополам. Я перевел. Так, здесь написано First code is limbo. Последний код это лимба. Здесь написано second код. Код имеется в виду вот это? Но мне нужно как-то его снова расшифровать, да? Ну, давай, first. First. Код. Из лимбо. Нет. Фиг знает, честно. Может, мне сначала нужно его вызвать? Лимба. Нет. First. Под. Из. Лимба. Second. Коды. Second. Коды. Не, не работает. Ни туда, ни сюда. Ладно, тогда еще подумаем. Может, мне еще что-то найду и использую. О, так у меня уже деньги накопились. Мечи. Специальные ветки. О, нихера себе, лазерный меч. Звездные войны. О, нихера себе. Блин, не знаю. Так, что это за меч? Себер. Себиус. Оби-Ван. Лихнихт. Дарк Вейт. Дарк Вейл. Люк Скайвокер. Винов. А, поехали. Подожди, а сколько мне теперь нужно? 75 лямов. Мне даже не показали, что там было. Она просто проехала.
Ладно, тогда сами посмотрим. Ничего. Так, дроп. Может, вам повезет в следующий раз. А, понятненько. Серьезно? Мне дали ровным... В смысле, блин? Я думал, там ценник хотя бы какой-то будет. Если здесь... 30 лямов... А, 10 лямов. 10 лямов. 10... Ну, лям. 10 лямов. 10 лямов. 4... Деп, 0. Ничего, 0. Вы гоните? Жесть. Там либо боб был, либо фасолина. На 1 лям. А, это была картошка. На лям. Миллионерская картошка. Да, золотой грааль. 250 тысяч всего лишь. Дали мне такую дешманскую вещь. 3 тысячи, 5 тысяч, 9, 20 тысяч, 8, 4. 2 ляма выпало. 4 тысячи. 2 500, 2 200. И все. 5 тысяч. 8 тысяч. 1000. 1500, 2500, 8, единица, единица, 5, 5000, ну короче, такое. Так, где это то, что мне дали? А, нужен для квеста, для испытания. Можно использовать для испытания. Вот так вот. Там было написано. Но я надеюсь, за эту волну нам дадут 75 кусков. Ну, 75 лям. Пока что не густо. Вообще не густо. Два ляма 500. Здесь 50. 10. Вообще нихера не дали. Считай. Вообще, вообще пустота. Да уж. Еще 15 лямов надо. Ну хотя бы записки эти дают. Вот снова сейчас была волна вещей, ну. Если тогда хотя бы на 7 лямов нам дали, то здесь, то за эту волну мне вообще дали только каких-то 4 ляма. А, не, вру. А, ну да, 4. Ладно. Все, давайте. Что там у нас? Странные ветки. Следующий девелопит у меня. А, это ж этот. Как он? Знаете, тот мем, где вот эта херня, типа... Как это? Это жук танцует. За лям, за лям. Нихера, жуки, за лям. Степит, тетвик. Армор бронированный. А, там по ляму, что точно. Я подумал, по 10 лямов. Нога забинтована. Ну, а сколько нам там человек? 100 тысяч. Ёлки-палки. Давайте хотя бы себе этих рабочих наймем. Лям.
Это у нас только 20 рабочих, а мне нужно 50 для достижения. Я думал, это думающий человек. Человек, который думает. Надали какую-то обезьянку. Так, ладно, ну уже 22 ляма. Неплохо. Харамбл. Он должен макака. Харамба. Так, сколько нам там осталось еще предметов? Да еще много. Один из 500 тысяч, а вот эти не падают. О, приехала. Че? Короче говоря, я нихера не получил. Понижение. Вы теряете 10 миллионов. Ну там было плюс-минус. Почему здесь минус и минус? Уйдите в сраку. Минус кэш. Кэшбэк. Короче, я думал. Давайте вот заниматься вот этими вот листочками. Посмотрим, что получим вообще. Я знаю, что мы уже пытались. Где тут у нас предмет лимба? Есть ли у нас такой тут вообще предмет в игре? Лимба, 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 лимба. Потому что здесь в записке у нас была лимба. First code это лимба. Но я не вижу лимбу. Нету. И типа будет, не будет, и тоже его фиг знаешь. Дело в том, что я не могу даже писать сюда, Дэйву. Давайте пробовать то, что я нашел. Не работает. Может, язык нужно сменить? Знает. Может быть, мне еще дадут какие-то подсказки. Я же не знаю. О, что-то новое подъезжает. Shit. MC. Манать. Мне дали 62 миллиона. МС. Прическа, это интересно, кого прическа? Ну что, человечек, теперь я тебя покупаю. Или кто это, ассистент? Плюс лям. Ты отличник. Это типа разработчик? А, это... Это он в разных обликах? Ну вот.
будет этот. Так, следующая у нас ложка. Давайте посмотрим, может что-то... Хотя, ладно, не буду смотреть. Делаем таким образом. А, ложка, ребята, это последняя вещь, которая здесь осталась. Ладно, давайте залям. Попробуем. 10 лямов. Пум. Ну, выиграл, давайте еще раз попытаем удачу. 1000. Ладно. Бывает. Тихо, подожди, там, там наушники приехали ко мне. Там приехали наушники. Ладно. Это мои AirPods, блин. Так. AirSync. Я люблю их. Так, окей. Осталось еще много. О, походу это как раз жабка то. Это монета или круг? Ну просто по размерам. Хотя, блядь, телефон с размером монеты. В принципе, тоже верно. О, еще ништяки подъехали. Так, какой-то сертификат. Маленький чек. 1 000 000 долларов. В жизни... жизнь жестокая. Ты можешь, или ты сейчас получил 1 000 000 долларов. О, кнопка, золотая кнопка. Только что это нам приехало. Так. 1 000 000 подписчиков. Кнопочка. Сломата Brexit. Карта на 4 ляма. Так, все, 200 лямов есть у нас. О, сейчас купим ложку. Интересно, будет там разновидность ложек? Там, допустим, ложка, вилка, нож. Вещей вообще нету. Ну, возможно, они откроются, когда я куплю ложку. Все, больше ничего нету, ребят. Ложка последняя. Получено достижение. Все. Золотая ложка и матрица ложка. Давайте денежку соберу на эту ложку. Наконец-то что-то новое приехало. Помехало и уехало. Так, ладненько, что мне там дали? Рип, приход, эпилепсики, эпилептический трип, триггер, экзе, 4 ляма 500.
на листочке ничего не рисуется. Ничего нигде никак. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, в принципе, все. Нам только осталось рабочих накупить. И купить за 1 миллиард. И все. Больше у нас ничего не осталось. Пятьдесят рабочих надо купить мне. Ну я херя их покупать. Но если досяху хочу, придется купить. Ого! Dragon Lore! АВП, здравствуй! Отсылочка на CSGO. Только немножко по-другому выглядит, но не суть. Не суть и важно. Так, ну что, получается, давайте тогда рабочих прокачивать. 1 миллиард и охерею собирать. 25 рабочих теперь у меня. Прикиньте, а как уже еще один игрок появился в онлайне. 85 тысяч, еще осталось немного. Еще 15 тысяч кликов, и мы получим достижение. 4500 дали. Что-то я разблокировал, но что? Непонятно. Давай. Я не помню, я говорил насчет этой ложки, это отсылка на матрицу. А, сезон пас. Нужно купить за 45 баксов сезонный пропуск, чтобы стать счастливее и все прокачать. Ну так купи. Короче, что я смотрю, дешевые какие-то, вообще за них нихера не дают. Сколько уже? За 4 предмета получается. Так, рабочие. 30 рабочих теперь у нас. О, жаба приехала. 100 лямов мне дали. Неплохо, неплохо. Арепепе. Эх, последний оставшийся вперед в одиночестве. Ну, мне не хватит, да? Слишком дохера надо. Три... 45, блядь, там... 500 тысяч по-любому нужно... Ой, 500 тысяч. Короче, от миллиарда с чем-то. Чтоб всех этих рабочих купить. Ей, еще одна вещь приехала. На 1 лям. Лицо девелопмента. Банан? Банан на 5 лямов. Народ, короче, я думаю, нужно уже заканчивать вообще проходить эту игру, потому что уже дальше смысла почти нету. Я могу только рабочих, ну не рабочих, а этот. Давайте насколько хватит рабочих купим, остальное поиграем вот в лотерею. Вот, на 16 билетов. Ухожу в минус и заканчиваем. Thank you.
Так, подожди, надо закрыть, чтобы деньги не на... не собирались. Так, мне нужно сейчас... О, все, хватит. Так, в дом. В принципе, мне осталось 500 кликов. Давайте я их добью. Для получения достижения 100 тысяч. Осталось 500 кликов. Ну, где-то уже 200. Осталось 100. Десять. Все. По идее, уже должны были дать достижения. Где мои достижения? Где мои достижения? Я уже добил. А, 8 не хватило. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Ну. Там было 8. Ну, ровно 100 тысяч. Ясно, 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 ясно. Поехали. О, все, дали. Да, минус мышка, блядь, сломатая. Да. 50 лямов дали. Ну, я не знаю, можно ли тут уйти в минус. 50 лямов, 50. Давай, 50. 50 лямов. Уже им где-то 50 лямов. Один лям. Вообще нихера. 20. Пятьдесят. Двадцать, двадцать. Так, ладно. Бэтмен. Ну, блин, мне кажется, я бесконечно буду. У меня так деньги не закончатся. Ладненько. В принципе, шмоток мне осталось такой, я не знаю, это либо глаза, либо орбиты, либо солнечное затмение. Это я не знаю, что это листик, дергающая эмблема, фиг знает, похоже на велосипед. Как карточка, наверное. Волосы. Ладненько, давайте на этом, короче, заканчивать, ребят, полностью прохождение игры, оценка игры. Из плюсов я, наверное, могу отметить то, что игра затягивает. То есть тебе постоянно интересно, что здесь, что же скрыто, какие новые камни ты увидишь, что вообще будет. Ну и мы узнали то, что хотели. Остальное, типа, не закрыто, потому что мы не можем его разблокировать. Ну, ладно. Плюс это за то, что игра как ликера затягивает. Плюс количество пасхалок здесь довольно большое. Это плюс.
принципе, здесь есть не одна, да, вот музыка, которым играет, а здесь есть большое количество музыки, которую мы можем поставить. Мюзика. Ну вот, музыка. Аудио. Также что можно отметить? Ну, пойди все. Типа два плюса, по сути. Пасхалки есть в игре. В игре есть пасхалки. Игра затягивает. А, точно. В игре есть секреты. Так, музыку надо переключить. В игре есть секреты, однако. Ну, к примеру, вот просто вот. Мы можем сами расшифровать, получить пароль, код. Однако, что делать дальше, чтобы получить ту самую, допустим, достижение, да, Яна? О, мне там что-то дали. Ну, допустим, вот это, походу, вот так как раз монета. Монета. Это у нас масоны. Иллюминаты — это масоны. Вот, пароль. First hiding код. Не работает у нас почему-то. И вот этот. Не знаю. Хотя их можно заработать, но я не понимаю как. Что я заработал там? Что мне дали? Я слышал звук. Меня обманули? А, вот. Pineapple. Pen and apple. А, pineapple. Энергии... Энергичности 0. Короче, оно бесценно. 0.30. Окей. Получается, у нас с вами два плюса. Ну... Два плюса, минусы, наверное... Да не знаю, что я могу из минуса взять. Наверное, вот эту проблему, то, что я не могу ввести пароль, чтобы получить сраные достягу. Хотя думаю, думаю, что, куда, что, как. У меня есть пароль, у меня есть все, что надо. Вот, это первая маска. Лимбо, пароль. Но оно не работает. Здесь код — это last. Энигма ААА. Это маленький секрет, да, это маленький секрет. Я не могу вводить, почему? Ничего не могу вводить. Вот один секрет мы получили, и все. Это из-за того, что я вообще решил нажать на G. Ну все, типа, из этого больше минусов я не вижу в игре. То есть два плюса, один минус. Игра довольно долго, я играл довольно долго. Сколько я играл? Мы проиграли в игру почти 5 часов. Поэтому, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Угу! Напоследок. Тейдж Гай подъехал к нам. Эхэм. Эхэм. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до следующих игр в кликеры. Всем пока.